всех этих вещах. Чистое учение Бунда было таким. Нет ума, нет тела, нет подготовки, ничего нет. Тем не менее, с разными людьми он говорил по-разному. Ибо при обучении нужно иметь возможность объяснять по-разному. Поэтому о Будде и его учении были написаны огромные тексты. Но в действительности его учение было очень простым. Никого не существует. Нет ума, нет вселенной. Но для того, чтобы объяснять это людям, ему приходилось рассказывать самые разные истории и делать самые разные вещи. Потому что люди того времени, впрочем, как и современные люди, хотят слушать всякие истории. Они хотят знать, какие методы используются для практики. Они хотят получить технику, которую смогут использовать, которую смогут выполнять. Но на самом деле вы есть Будда. Прямо сейчас. Такие, как вы есть. У вас природа Будды. Вы есть то. Нет ни самсары, ни самскар. Ничего нет. Вы совершенно свободны. Почему бы вам не принять вашу свободу и не быть счастливыми? Почему вы настаиваете на том, чтобы думать обо всех тех практиках, которые вы должны выполнять? Эти практики никогда не прекратятся. Они будут продолжаться, продолжаться, продолжаться и продолжаться. Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Они никогда не прекратятся. До тех пор, пока вы со всей решимостью не придете к выводу, что ничего не существует и что вы свободны. Обратите внимание на то, что, думая об этом, вы портите это. Потому что, когда вы начинаете думать об этом, вы придумываете васаны, самскары, самсару и прочие глупости. Вам никогда не нужно было быть ученым или бандитом, изучать все эти огромные тексты, уметь цитировать их по памяти и писать большое количество книг на эту тему. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Вот этот снег, потихий снег, хочу сказать при всех. Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Ко мне любовь мою принес, наверное, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе, спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе. Спасибо, снег, тебе.
следующий день на среде вернулся. Извини, сказал больной, но рубашка еще не совсем закончена. Приходи завтра, и если будет на то воля Аллаха, она будет готова. А сколько времени потребуется, спросил раздражение на среде.